ближе, теперь лево, вот, и сейчас обратно. Да, а сейчас обратно тоже самое. А, нет, это я услышал. Чтобы, мне нужно что? Чтобы скорость смычка сохранялась все время, потому что это один и тот же характер звука. Говоря о Транссибирском арт-фестивале, это прежде всего общение. И эти мосты, они дружеские, и они крепкие. В Новосибирске идет действительно, кипит, можно сказать, музыкальная жизнь. Безусловно, все приезжающие, большинство приезжающих звезд уже по традиции, теперь уже можно о традиции говорить, потому что третий или четвертый год, наверное, они проводят короткие мастер-классы. 2-3 часа, может быть. Эта программа дает прекрасный шанс детям иметь дело с мировым уровнем педагогов, позаниматься с такими педагогами, плюс, конечно, расширяют границы. Это длинная нота, ты должна ей что-то сказать, а не просто... Моя задача, может быть, какие-то глобальные проблемы заметить и их каким-то образом подчеркнуть и направить правильно. Но в основе своей это вдохновение, наверное, как-то своим примером показывать, насколько это интересно. Передать эстафету, передать свои знания, передать, ну, свой опыт, то, чему я научился. У нас проходит порядка 20 мастер-классов ежегодно, и если посчитать еще мастер-курсы, то 3-4 мастер-курса в год. Есть у этого проекта уже конкретный результат. Альбина Хайбуллина, которая приняла участие в мастер-классе Вадима Репина. С какой ноты ты играешь? Потом был мастер-курс длительный с Борисом Горлицким, студентом которого она теперь является в Эссене. В этом году она приняла участие в 3 концертах фестиваля в Москве, Санкт-Петербурге и в Новосибирске, тоже в качестве солистки на взрослой сцене. Вот какой путь человек проделал всего за 2 года. Не раз еще о ней услышим, и я уверен, что будут и другие примеры в следующие годы, которыми мы сможем по праву гордиться. В музыкальном мире нету детских игр. Это искусство, это для всех. Музыканты, отобранные профессорами по результатам мастер-курсов, как лучшие из лучших, и им предоставляется возможность сыграть на большой сцене в рамках одного из концертов Транссибирского арт-фестиваля. И, конечно, те 3 или 4 дня, которые они провели на репетициях, мне кажется, что тут можно день за год считать, потому что такой опыт в классе, занимаясь педагогом, получить просто невозможно. Самое главное, что они каждым разом, когда мы репетируем, каждый раз это умнее играют. И в школе, в лицее, и в консерватории большое количество студентов, которые работают. Это и показал тот же Тангейзер, что очень много действительно шикарных ребят, которые вместе собрались и такое полотно подняли. Транссибирский фестивальный оркестр, он состоял в основном из студентов консерватории. Это была сложнейшая программа Тангейзер-Вагнера в концертном исполнении. Это серьезный концерт, это серьезный фестиваль, это серьезная ответственность. И они внутренне собрались и выдали наилучший результат. Они самим себе просто доказали, на что они способны и что они могут сделать. Академия арт-журналистики, которую мы проводим во второй раз, примерно 80 молодых журналистов со всей страны приезжают. Эти журналисты будут посещать концерты фестиваля, писать о них. То есть так вот в рамках недели очень компактная программа, но очень насыщенная. Есть еще несколько творческих встреч с Дмитрием Ситковецким, с Владимиром Познером, с куратором Академии Андреем Устиновым, с Александром Раскатовым. Человек, который растет в этом окружении, он другой. Он другой. Это не обязательно он замечательный, хороший, но все-таки он другой. И, конечно, люди к этому тянутся.
Древние римляне говорили «Vita brevis, ars longa». Жизнь коротка, искусство вечно. Даже если мы очень устаем, но потом, когда мы на концерте, там играют наши выпускники, аплодисменты, такое какое-то эйфория возникает, вот, нам, ну, мы просто делаем то, что любим. А все-таки то, что останется, и останется в будущем, и останется надолго. Я смотрю, что очень много счастливых взглядов, счастливых лиц. Это лучшие комплименты, которые мы можем получить.